Это мама Бельчиха, она потеряла своего малыша. Привет-привет, ты на канале Малышарин ТВ. И сегодня мы с тобой поиграем в детектива. Смотри, сколько много тут малышей. Ну что, посмотрим, что тут случилось. Ой, как много малышей, такие все милашки. А давай выберем вот этого щеночка, он такой классный. Ой, ты что такой грустный? Ты потерял свой мячик? Давай мы тебе поможем. Так. Сначала ему нужно помочь найти какие-то предметы. Ты видишь бутылку? Для мытья посуды со средством. А, точно, вот же она. Посмотрим, что тут есть в холодильнике. Кексики всякие. Сколько здесь много интересного. Так, отвлеклась. Нам нужно найти кексик. Вот он. Отлично, а теперь... прозрачную баночку. Смотри, сосиски в духовке. Да, вижу я, вот она баночка. И вот и наш пончик. Отлично, мы нашли все предметы. И заработали целых 4 монетки. Ничего себе. Так, почему 3? Монетки же было 4. Теперь нужно найти помочь Мишку. Так, вот же он где спрятался. А леденец, это уже посложнее. Может быть, в холодильнике? Что здесь делает тапок? Безобразие. В духовке карандаш. Да, какой-то везде беспорядок. Да вот же он, леденец. Наверху, эй. Отлично, мы его нашли. А теперь нужно найти очки. Вот это уже посложнее. В холодильнике? Точно, вот они. Осталось найти совочек. Так, тут нет. В этой полочке, эй, не открывается? Так, здесь тоже нет. Ну-ка, ой, сколько там вкусняшек! Как же здорово! Вот он, совочек! Наконец-то! Так долго пришлось искать. Как мало монеток нам дают. Снова что-то искать? Теперь нужно найти по тени. Я знаю, что это. Это баклажан. Но где же он? Тут нет. Вот он, наш баклажан. А это что такое? Мне кажется, это какая-то бутылка, что ли. Вот, это стаканчик. Ой, смотри, я малышка нашла. И что, ее даже взять с собой нельзя. Так, а это что такое? Да это же улитка! И осталось найти какой-то кувшин. Какой-то он сложный. Сейчас мы быстро справимся. Вот же он. Что-то я его пропустила. Ну что, еще что-то нужно искать? Нет, теперь нужно искать на время. Ладно, давайте быстро ищем совочек. Где же он? Здесь нет, здесь тоже нет. Вот он. Отлично. А это что такое? Что это? Зеркаль. Так вот, я же нажала. Так, теперь зеркальце. Зеркальце я не вижу. Ребят, вы видите зеркальце? Так, там баклажан. Как найти зеркальце? Ребят, я реально не вижу зеркальце. Опс, у нас кончилось время. Да как так-то? Ну вот. Ладно, а давай сходим вот к этому малышу. Что ты плачешь? Ты потерял зеркальце? А может быть, у него украли? Как думаете, ребята? Смотрите, какая у него красивая комната. Найдем ему все предметы. Мишка, а это что такое? Мороженое! Здорово! И какая-то красивая каруселька, вертушечка. Отлично, смотрите, как быстро мы справились. Даже птенчик за нас так радуется. А теперь нужно найти какую-то ложку. Вот же она под подушкой. Наверняка вечером перед сном он чем-то перекусывал. Так, смотрите, как быстро у нас все получается. И мы нашли все предметы. Очень-очень быстро. Ну что? Так, а это что такое? Наверное, это тапок. Пироженка. Мороженое-пироженое. Где же оно? Эй, вот же ж! Я нашла его. А теперь какая-то машинка.
Вот и... А, вот оно, как она там держится вообще? На... И яблоко осталось найти. Отлично, мы справились. Наверное, сейчас опять будет на время. В прошлый раз у меня ничего не получилось. Может быть, сейчас получится? Так, колечко, вот оно. Отлично, бабочка. Вот, улитка, 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 вот она. И зеркальце. Отлично, теперь мы справились. Смотрите, как довольна наша птичка. Она получила свое зеркальце обратно. Замечательно, мы с вами справились. Посмотрим. Ой, смотри, какой бельчонок красивый. Ты что так... О, это мама бельчиха, она потеряла своего малыша. Посмотри, как она расстроилась. Давай поможем ей его найти. Сначала найдем все предметы, которые она просит. Так, где тапочек? Тапочек, ты где? Ты что здесь делаешь наверху? И осталось ключик. Ключик, ключик, вот он. Отлично. Смотри, она даже хлопает нам. Спасибо, говорит. Кстати, а ты любишь играть в игры про маленьких малышей? Или малышей-животных? Если любишь, пиши в комментариях. А я пока поищу, где же тут Мишка? Что-то не вижу. Так, здесь нет. Да вот же он где спрятался. И кексик наверху. А теперь нужно найти очки. Вот это уже посложнее. Так вот же они на диванчике. И мышку я где-то уже сегодня видела. Конечно, вот она под столом. Ну что, теперь будем искать по теням. Это уже сложнее. Это Чупа-Чупс. Его все вы знаете, правда ли, ребята? Так, а теперь уточка. Отлично. И ящерица, откуда она здесь дома? А, спасибо за подсказку. Вон она на шторке сидит. Замечательно, как мы быстро справились. Благодаря вашей помощи, ребята. Так, а теперь самое сложное. Поиски на время. А, как же успеть? Так, первое успели. Зеркальце. Тапок. Тапок, 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 вот он. Отлично, и малыш, наконец-то. Мы нашли нашего малыша. Посмотрите, как радуется наша мамочка. Конечно, она так по нему скучала. Ой, а это что, енотик нам машет? Такой грустный. Что с тобой произошло? Ты потерял сачок. Да бедненький ты наш малыш. Кому тоже стало его жалко? Мне вот очень жалко этого малыша. Поможем ему найти все предметы. Вот перчатка. Вот скворечник. Там даже птичка живет. Лейка, Лейка, где же она? А, вот она, спасибо, ребята. Нашли мы быстро эту Леечку. Ну что, теперь начнем с яблока. Так, отлично. Мухоморы вон наверху спрятались. И грязный старый ботинок. Фу, кто-то его закинул прямо на дерево. Отлично, мы нашли все предметы. Такие мы с вами молодцы, ребята. Так, а здесь-то брокколи. Фу, ты любишь брокколи? Если любишь, ставь один в комментариях. Посмотрим, сколько среди нас любителей брокколи. А это что такое? Что за грязная старая такашек это же ж. Так, как хорошо здесь все предметы спрятались, что было очень сложно найти вот за деревом. Так, отлично. А теперь на время, я так переживаю. Ну что, у нас 30 секунд. Надеюсь, мы справимся. Так, яблоко, 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 вот наверху. Ключик. Не вижу ключик, ребята, где ключик? А, где же, где же, где же, где же? Где же, где же ключик? Не вижу его нигде. Кто? Вот, нет, нет. Ребята, я не вижу ключик, реально. Куда делся ключик? Кто-нибудь его нашел? Я не вижу ключика. Может быть, он у нас пропал? У нас кончилось время. Вот так. Я так расстроена. Ребят, если вы видели, где был ключик, напишите в комментариях. А я пока схожу к зайчику.
Посмотрю, что же он потерял. Ой, какой бедняжка, он потерял очки, он ничего не может видеть. Поможем ему скорее. Так, сначала стаканчик для кофе. Вот он. Посмотрите, какое безобразие тут творится. Даже ботинки лежат в еде. Тут бы не мешало прибраться. Теперь бабочка, вот она. И пицца наверху. Отлично. Ну что там дальше? Так, теперь нужно найти кексик. Вот он. Рядом с луком. Мухоморы наверху. Так вы нажимаетесь, мухоморчики. Ключик в самом центре. И осталось Мишку. Где же Мишка? А, вон, за грушей спрятался. Быстро мы их нашли. Ну что? Так, теперь по теням. Опять стаканчик. Вот же он. А это я знаю, это тапок. Леечка. И какая-то игрушка. Что это за игрушка? Что за жирафик какой-то? Я его не вижу. Ребят, где жирафик? Странно. Там совушка. Ну давайте пооткрываем все, что ли. А, так это не жирафик, это динозаврик был. Вот я. Не подумала, что это может быть динозаврик. Итак, теперь на время. Очень сложно. Мячик. Отлично. Мишка, супер. Стакан, ты где? А, вот он. Отлично, осталось найти очки. Где же наши очки? Время заканчивается. Вот они. Еле успели. Смотрите, как радуется наш зайчик. Он теперь все видит. И говорит нам спасибо. Может быть, к лисичке тогда еще зайдем? К ней мы сегодня еще не заходили. Ой, какая она красивая и грустная. Мне она очень нравится. Если тебе она понравилась, пиши цифру 2 в комментарии. А мы пока поищем, что тут она потеряла. Пончик, вот он где. Носок? Почему он лежит на столе? Машинка. Вот же она на кресле. И кусок сыра стоит почему-то на полке. А должен лежать в холодильнике. И желательно в герметичной упаковке. Так, опять сыр? Что, наша лисичка любитель сыра? Ну вот, теперь убрали. Правда, нельзя так хранить тортики вместе с сыром, с бананами, с мечом. Мне кажется, у них какое-то безобразие тут происходит. Так, Алим, видели где? Смотрите, в банке лежал. И осталась игрушка. Вот же она. Отлично. Посмотрите, мы сегодня всем помогли. Так, теперь ищем по теням. Баклажан. Это очень легко. Бабочка. Тоже проще простого. А это что такое? А, вот это светильник какой-то. И брокколи. Тоже быстро справились. Так, сейчас опять будет на время. А если я не смогу? А, что же делать? Вдруг у меня не получится. Ну что, быстро ищем. Стаканчик. Вот он. Отлично, яблоко. Наверху. Супер. Это что за банка с мороженым? Миска, вот она. А теперь осталось найти сумочку. Где же сумочка? Ребята, видите сумочку? Так, я не вижу. Ребята, я не вижу сумочку. Так где же она? Кто-нибудь нашел? Вот она! На последней секунде мы справились! Представляете, как нам повезло! Супер! Смотрите, как радуется наш лисенок! Ну что, ребята, на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. А также пишите, кому понравились наши малыши. И кто из малышей понравился больше всего. Всем пока-пока!